Трусы из цикла «Мелочи жизни». Трусы бывают аппетитны, трусы бывают сексуальны, такие, как у Маргариты из постановки театральной. Трусы бывают лишь для понту, такие, например, как стринги. Бывает, что пропахли потом, неделями не знавшей стирки. Бывают словно шоколадка, что дерзко ищет чьи-то зубки. Не потому ли ты украдкой стремишься заглянуть под юбку? Трусы бывают для работы, трусы бывают для свиданий. Трусы бывают для кого-то, надеты в духе ожиданий. А есть еще трусы для вальса. Трусы для бала будут белы. И есть трусы, что для начальства, трусы, но в смысле для карьеры. Еще трусы бывают мяты, по-холостяцки не зашиты, не смелы, даже виноваты, неряшливы и не обжиты. А есть, как жизнь бомжа вонючи, и нестерпимы до предела, и неудобны, и колючи, бесформены, и до колена. Трусы бывают равнодушны, как ко своей никчемной доле. По-воровски бывают ушлы, как из тюрьмы, сбежав на волю. Трусы есть по-мещански пошлы и по-семейному уютны. Есть как подросток осторожный, есть добродетельный, есть блудный. Трусы бывают шедевральные, произведения искусства. Трусы бывают эпохальны, как покорение Эльбруса. Ты по трусам узнаешь душу их постоянного владельца. Кто выставит трусы наружу, кто прячется стыдом на тельце. Трусы, как жизненная кредо, как философия и право. Трусы, как парус для победы, как флаг позора или славы.